Ну и некоторые протестующие сегодня покинули свои места на Майдане и прошли по периметру правительственного квартала. Возле Верховной Рады шествие вплотную приблизилось к кордонам милиции и другому митингу сторонников власти в Мариинском парке. После недолгих словесных перепалок с политическими оппонентами демонстранты двинулись дальше и без происшествий вернулись к баррикадам на улице Грушевского. Возглавил сегодняшнюю акцию нардеп от Батьковщины и по совместительству комендант Майдана Андрей Порубей. Для этого ему пришлось прогулять сессию Верховной Рады. Кінцева мета сьогодні провести попереджувальну акцію, пройтись навколо урядового кварталу і нагадати про наші вимоги і що ми вимагаємо, щоб Верховна Рада почала приймати рішення, які б відповідали вимогам Майдану, зокрема повернення до Конституції 2004 року.